Просто из интернета. Я читала много отзывов о разных организациях. Ну, вот почему-то мне, ну, может, интуиция именно привлекла сюда. Я этому рада, я уже менять не собираюсь. То есть я буду учиться здесь. Мой учитель в университете, она здесь обучалась. И она обучалась здесь на экзарте, и у Алины обучалась, и она мне рекомендовала этот курс. О Мамре я узнала от своих любимых специалистов в своем центре, где я работаю. И они в меня поверили, увидели во мне именно этот потенциал, и что просто логопедом работать неинтересно, потому что таких специалистов у нас сейчас много. А конкретно нейрологопед – это такой особенный человек, который знает, совмещает в себе несколько специальностей. Немного от врача, немного от логопеда, немного от дефектолога. На YouTube я искала информацию об экзарте, и там выскочило интервью о Войте. Мне понравилось, как рассказывается, как легко преподносится данная информация, и мне захотелось слушать, что же она еще может рассказывать.